Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Сервис «Социальный навигатор» отметили премией Digital Communication Awards в номинации «Внешняя коммуникация». Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, интерактивный навигатор социальных услуг работает на официальном сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения с 2019 года. Отмечается, что каждый месяц с помощью онлайн-карты нужные услуги находят более 15 тысяч человек. Пользователи могут узнать о психологической и юридической помощи, об услугах центров занятости населения, службе медиации и о подростковых клубах, а также о помощи женщинам и детям в кризисной ситуации, помощи бездомным людям, центрах соцобслуживания и школах приемных родителей. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!